теперь на фотоаппарат улоги записываю. Вот. Я сегодня вот в таком стайле. Бомж-стайл. Маме понравился. Шарфик подходит к штанам. Ботинки. И сзади хвостик торчит. Это свитерок, кстати, новый я надела сегодня. Вот. И шапка. Куртку нет. Еще надо смс-ку вставить, сейчас, чтобы смс-ка пришла. Сейчас карточку вставим. Доставаем мой Samsung старенький. А я вам сейчас все расскажу. Мама тут ботиночки, короче, заказала. Ну, как всегда, целую партию. Она занимается обувью и очень дешево продает качественную обувь, кстати. Польша, да, вот такие страны. Очень качественные. Доставай, она мне оставила ботинки. Офигенные! Блин, какие классные, слушай, реально. И за сколько ты их продаешь? 1100. Мам, ты знаешь, что они стоят больше? Я знаю, они стоят до 3000, 2500 точно. Я в шоке. Давай, будешь мириться. А ты не можешь цену поменять? Ну реально так дешево, это не натурально. Это натурально. Натурально? Цигейка, вот цигейка, кожа, все натуральное. Мама, они не стоят 1100. Короче, девочки, вот видите, да, какие цены, я в шоке. Ну мне, конечно, на халяву за то, что я Дотя. Блин, вообще. Давай, будешь мириться. Они просто офигенные. Они бомбезные. Капец. Нереально классно. У меня столько эмоций, слушай, прям словарный запас свой. Тут их можно поднять, носить вот так вот. Угу. Девочки, кто хочет, пишите. Их можно будет еще партию заказать? Можно. Фиксируется на кнопке. Вот. Если с отворотом, отворот фиксируется вот кнопочкой. Очуметь. Так у меня на зиму, получается, обувь уже есть. Да. Прям будто. Класс. Они просто бомбезные. Нереально классные. Мам, ну такие в этих вот... Котик, мне главное тебя обучить. Я понимаю, но в магазинчиках они так дорого Давай, стоят. Давай, Золушка, ножка. Сейчас буду мерить. А я еще в своем этом луке с этой шапочкой будешь песни. Не, ну реально классные. Я ничего не могу сказать. Вот, особенно, когда поднимаются. Я на них, наверное, буду так и носить. Ну, поднятыми буду носить. Конечно. Мне просто высота нравится очень. Вот, очень классные, вообще, натуральный мех, они такие удобные. Блин, мам, спасибо тебе огромное. Ну, я, конечно же, тебе отдам хоть половину, они это так нечестно. Около 3 они точно стоят. Вообще а то, супер. Да, ты, знаешь, смотря в каком магазине. Ну, смотри, вот этих магазинчиках, бутиках, которые, да, в Скаймолле мы смотрели, я обычные ботиночки стоят 2000, 1900, 1800. Бутики стоят? Искусственные полностью. Ну, а да. Это полностью натурал. Это брелочек к ним шел? Да, вот брелочек, конечно. Ой, как офигеть, как мило. Блин, это молодцы, такое придумали. Да. Класс, это мама другие показывает, вот такие вот. Тоже можно, если что, партию заказать. Мама, это тоже ж натуральное? Да, натуральная цигейка, натуральная кожа. Офигеть. Все натуральное, вот шкурки. Слушай, давай магазин откроем свой, ну реально. Капец. Они реально классные. Вот, они все у меня проданы уже. Уже проданы? Да. Но, девочки, если, может, кому-то надо, я не знаю. Это, знаете, не реклама, это просто совет, потому что зачем вы покупаете то же самое в магазинах дороже, если мама на дому продает, заказывает намного дешевле. Вот, можно партию заказать таких. Это вот Карпаты, кто спортивный стиль любит. Фух, мама, они очень вообще... удобные. Вот девочки, которые брали, вот очень нога удобно лежит. Там такая колодка классная. Может, и себе заняться обувью. Я сейчас снимаю на фотоаппарат свой. Мне ужасно тяжело держать фотик в руке, но я вам все равно хочу вкратце рассказать, что произошло с моим телефоном. Я сейчас вообще без телефона, точнее у меня маленький старый мой Samsung. Короче, у меня сдулась батарея. Дело в том, что мы меняли батарею, и ее хватило где-то почти на месяц, и она вздулась. Это было ужасно. У меня отстал экран. Короче, но он работал. Вот это вот айфоны, представляете, батарея вздулась, но он продолжает работать. Экран встал, держался на соплях, вот. Но работал по полной программе. Как же трудно держать эту камеру, да, для влогов ее, конечно, использовать никак нельзя. Я сейчас, кстати, снимаю с накамерным светом. Ко мне приехал недавно накамерный свет, вы могли видеть в предыдущем влоге. Очень классно вообще, мне нравится, так все видно, вот. Хорошо освещает лицо и фотографии делать. Вообще мне очень нравится. Я его сейчас ставлю, когда снимаю видео на камеру. И 2 софтбокса по бокам. Вот, жду еще, когда стойки доедут. Так что я вчера сдала свой телефон. С Юрой мы пошли, искали мастера. Вот, нашли прямо возле дома в торговом центре. Сдали телефончик вчера в обед где-то.
И сегодня, я надеюсь, что сегодня до 9 часов я его заберу. Если нет, то завтра. Он бедненький там лежит, холодненький, никто его не греет, не клацает. Короче. И мои выводы по поводу того, как жить без телефона. Я прожила целые сутки, и что я поняла? Я поняла то, что можно взять телефон у мужа и поклацать. Ну реально, я, честно, особо так за ними не тянусь, в плане вот когда без телефона, я не хватаюсь, не ищу его, я прекрасно понимаю, что он у меня лежит, потому что бывают такие бзики у некоторых, когда где-то оставляют телефон или же вот сдают на ремонт, постоянно за ним тоскуют, вот, начинают искать по карманам, забывая о том, что они сдали его в ремонт. Вот, у меня такого нет. Я прекрасно понимаю, что у меня на данный момент его нет. Сейчас я у мамы в гостях, как вы могли заметить, да. Вот, мы заказали суши. Мы заказали суши для того, чтобы отметить моих 7000 подписчиков, уже 7013 человек на моем основном канале Карина Карс. Так что, кто не знает, что у меня есть основной канал, я еще раз повторюсь, у меня есть основной канал, и там у меня больше подписчиков, и у меня круче видео по качеству, я снимаю видео на вот такую камеру. Вот, только в руке я не держу, конечно, у меня там все на штативе, все очень культурно и чинно. Так что советую зайти на мой канал и посмотреть тематические видео. Тем более там еще выходит видео с моей мамой. У меня такая новая рубрика образовалась. Вот, думаю, вам будет интересно. Если вы любите болтологические видео, вам будет интересно. И также для разнообразия там есть какие-то вот просто тематические видео на разные темы. Суши мы заказали, это не реклама. Заказали мы в Суши Вок. Вот, это не реклама, девочки, потому что я уже заказывала в этом магазине, интернет-магазине. Было очень вкусно, и мне сейчас очень интересно, какие приедут в этот раз суши, потому что в тот раз мы заказывали на моем районе, на Троещине, приехало все очень вкусно. Сейчас мы магазин ихний выбрали поближе к маминому дому, вот, и, конечно же, совсем другая кухня, совсем другие повара, вот, сушисты или как их там называют. Интересно, какие они будут по вкусу, будут ли они такие же вкусные, потому что в тот раз нам очень сильно понравилось, вот, и там недорого. Мы сет, огромный сет, там на килограмм, по-моему, стоит 350 гривен, что-то такая цена, вот, и дополнительно я еще взяла имбирь, да, имбирь. Очень нравится имбирь в суши, обожаю. Короче, я так вам протараторила, потому что реально неудобно держать. И лицо такое получается. Я сейчас в экранчик вот смотрю, боковой у меня фотик с поворотным экраном. Вот, лицо такое какое-то интересное получается. То ли плоское, то ли не плоское, я не знаю. Нос так выделяется. Ладно, влоги мне больше нравится, конечно, телефон снимать. Я сегодня надела свои часики новые. Вот такие новые часики. И свитерок тоже новый. Он такой тепленький, мне нравится. Тайсон пришел. Тайсон, кися, теперь тебя лучше видно. Смотрите, какие кадры. Конечно, если бы был по качеству такой же фотик, только поменьше. Я, кстати, планировала, как-то мы хотели с Юрой, но потом я подумала, что лучше купить хороший телефон, чтобы было все в одном. Вот. Тайсон, тебя снимает скрытая камера. Совсем даже не скрытая. Мне нравится то, что в этом накамерном свете можно менять... Вот полностью выключить и менять яркость, цвет. Очень клево. Так, нам приехали суши. Наконец-то. Вот. Сейчас мама распаковывает. Вкусняшка. Мы заказали сет. В подарок нам дали вот такие вот. А с чем это они? С кунжутом. С кунжутом? Я не помню. Мы здесь будем на стойке? Да что мы за стол сядем? Тут у меня стул один. Ну да, это очень плохо, что стул один. Давайте так. Здесь получается суши 900 чем-то грамм. Должно быть, по крайней мере. Вау. А они что, теплые суши? Видимо, это да. Алло, ну, я заказывала сет, карточка. Майн. Вот, я заказывала сет, и я не помню, что там были суши. А там было маленькое описание, так что я не в курсе. Вот. Ой, слюнки текут. А что тут еще есть? Да, имбиря, конечно. Ого, тут еще? Да, так, о, класс. Видишь, ну, это почти килограмм. Сейчас мы выложим с тобой на блюдо.
Нямсик, да давай так вкуснее, как в походе. И тебе лоточки, ты такие любишь лоточки замораживать в них, да, или что им делать? Давай, выложи. И тут, подожди, еще соус. И все, да? Итак, мы тут смотрим самвела, вот, и кушаем суши. Кстати, вот я хотела сказать, какие самые вкусные. Так, девочки, вкусные все, вот на самом деле вкусные, но больше всего маленькие вот эти вот понравились. Маленькие, и мне вот эти еще понравились, красненькие, которые... Красненькие, да, вот эти понравились. Вот, вот эти вот понравились. О, подожди, сейчас, держи так. Ага. Вот, и вот эти мне понравились очень сильно. Там сыр Филадельфия, очень вкусные. Эти такие суховатые, но тоже неплохие, если размочить в соусе. Вот, но маленькие прикольные, эти теплые. Эти, кстати, да, они все теплые идут. Да, очень вкусные, эти тоже. Угу.